Привет, друзья, в эфире Хули Новости. Ну а главная новость заключается в том, что наконец-то произошло великое свершение. Я успел купить Панаму в Панаме, успел выпить пилснер в Плезене, шампанское в Шампане, запилить лук в Великих Луках, но по пути во Владимир на прошлой неделе я заехал в KFC и, внимание, съел петушка в петушках, ребята. Ну, я шучу, это не главное. Главная новость заключается в том, что вышла Жлобология 2.1 в мягкой обложке. Прекрасная, самая полная версия. Покупайте, ссылки в описании, и не только в описании. А теперь новости. Пелоси все-таки слетала на Тайвань, и Третьей мировой не произошло. Долги вам придется отдавать. Китай ввел против нее санкции, и теперь она не имеет права ездить на Черри, на Сан-Йонге, на Джили, а также не сможет ходить на иглоукалывание. Сгорел склад озона, после чего акции упали. Потом выяснилось, что склад был застрахован, и акции выросли пуще прежнего. Вывод такой, что в любой непонятной ситуации жги. Вы, наверное, уже знаете о рекордной инфляции в США. 9,1%. Это максимум за 40 лет. Но, как я еще год назад рассказывал ждущему вечного краха Владимиру Левченко на конференции InvestFuture, прибыли компании огромные и остаются огромными. В этом году, точнее, в этом полугодии рост на четверть с предыдущим годом. Это лучший результат за 50 лет. Возникает, кстати, вопрос, как так выходит, что корпорации зарабатывают колоссальные деньги, в то время как простые люди со слезами на глазах рассматривают чеки из пятерочки и заправок. Ну, кстати говоря, цены на бензин в США уже месяц как падают, и ипотечные ставки упали до апрельских в районе 4% годовых. Ну, до кучи еще Airbnb доложил о рекордном объеме бронирования. Это 103 миллиона, то есть американцы проклятые уехали отдыхать. Наличную валюту, ребята, нельзя будет снимать еще полгода, до марта 2023. Но вы держитесь, снимайте безналично. Starbucks врывается в крипту со своими новыми NFT. Владельцы виртуальных токенов получат какие-то бонусы, привязанных к программе лояльности. Вообще, с технологиями Starbucks все в порядке. Они придумали мобильный кошелек. И внедрить, не только придумали, еще внедрили, еще до Apple Pay и всех других Pay'ов. А в прошлом квартале их выручка через приложение, через доставку, через этот Starbucks Auto составила 72% от общей выручки. То есть люди в кафе — это менее трети выручки этой интересной компании. Ну, хорошо, что денежки идут мимо Тимати, а то он достал своими невкусными бургерами для борцов. Еще кофе нам от него не хватало. Coinbase продолжает расти, я имею в виду акции продолжают расти, после объявления о слиянии, партнерстве точнее, с BlackRock. А BlackRock — это, кто не знает, самая большая в мире управляющая компания активами. Coinbase вырос на 60%, у меня, кстати, он есть в портфеле, но все равно от максимума он в упадке на 65%. А вот Robinhood, кстати, конкурент отчасти, получил недавно штраф в 30 миллионов долларов и уволит 23% сотрудников, почти четверть. SoundCloud увольняет тоже 1/5 часть сотрудников. Что интересно, всего 2 месяца назад они наняли 2 топ-менеджеров. И, наверное, эти топ-менеджеры сейчас получат бонусы, совсем как в 43-й серии нашего замечательного хули-комикса. 5 лет назад SoundCloud уже увольнял 40% сотрудников и с тех пор достиг выручки колоссальной в 300 миллионов долларов. Это сейчас, кстати, очень модный способ роста, вырастить прибыль, а потом всех к чертовой матери уволить. Выручка Амазона от рекламы выросла за год на 18%, составила почти 9 миллиардов долларов во втором квартале. Это больше, чем у Гугла и у Фейсбука. Кстати, у Фейсбука первый раз, я уже говорил за историю, продажи упали. В отличие от соцсетей, на Амазон не повлияла новая политика приватности эпловская. Ну и самое главное, чем отличается Амазон. Люди туда приходят тратить деньги, и там реклама для брендов оказалось выгоднее на 68%, чем в Гугле, и на 40%, чем на Фейсбуке, если считать среднюю цену клика. Сильвестр Сталлоне, ребята, взбесился. Он узнал, что выпускается спин-офф
Кроки без его ведома. Ну, дело в том, что он продал права на эту франшизу еще в 76 году за 350 тысяч долларов, за жалкие, как он говорит, 350 тысяч долларов, что для тех времен очень приличная сумма, это как сейчас примерно миллион. То есть абсолютно нищему, никому неизвестному итальянцу. Что интересно, помимо адского продюсера Ирвина Винклера, которого Слай кроет почем зря, совладельцем франшизы, была компания MGM, которую в прошлом году купил кто? Amazon. Армянский драм стоит, ребята, 15 копеек. На этом все. С вами были Хули Новости.